Ну, мы еще кое-что пройдем. Картотяна это весь. Ну, все, что есть. Но мы уже от карты, кажется. Ну, так взяли, что мы половину, когда в реале вот треть или четверть только. Там так огромный, огромный. Ну как огромный, там огромная армия, собственно, самых там денег. Победить, но непонятно, что с того получится. Подземелье там. Может там подводная лодка будет, там. Вот. Ну вот Тимус какой-то. Ржавый якорь. И алый ветер, это пиратский остров. Алый ветер и теперь полностью зачищены. Зачищены и болов тоже. Болобатый. Вот тут купить киклопу можно делать сейчас. Дерсу там маленький остров, но он там армии. Ну а на Вероне это большой континент. Ну остров континент. Да этих разделов вообще просто большой остров. С утром цитаделем. Являет в игре какой-то символ. Здесь в центре кто-то зовет процент. И тут можно давить кое с кем еще вроде посмотреть. Ну мы да, играли там. Ну давно. 20-20. Начинали. Уже не 3 года уже играли. Не, ну мы и вот это. Сентябрь 24. Забито сейчас уже октябрь 24. Ну, сейчас мы подгрузим там, где мы были. Потом киклопа переплыли на Боло. Ассасина. Вот отряд, например, на Вероне. 20 паладина, ну можно какие-то паладины перейти. 2 паладина. На 40 кавалеристов это армада. Ну это как 3 мини армии. То есть мини она все равно оценит это. 400 волков. А 40 полсотни архимагов это тоже хорошо. Лучники скелетом. То есть 2 паладина стоили того, чтобы ну, на них попытаться. И это здесь, где-то так под островок, понимаете. Вот это некоторыми легче остановить. Но когда там стрелки. Ну выманить это получится. Скорее всего шум. И больше не с кем сразу. Другие. Не плывет. Еще лучше вот ряд гоблина шаман 96, 100 гоблина шаман 400 гоблинов. На самом деле там что-то стреляют. 500 берсеркеров, призрачных пиратов 275 вообще смертонос. Отряд. Ну мы таких непобедимых уже много нашли. Шерх. Можно там спать, глянуться. Еще какой-то то ли отряд. Рыцарь 68. Ну таких еще можно разобрать. Круто.
Черный единорог 37, 40 кавалерий. 40 архимаг. Ну мир, да. Класс. Просто. Чего то ли кто-то ходит, ты кто? Отряд вражеского героя не победил. 1487 палачей. Это самый маленький отряд. Мечников за тоже такой. Но тут гоблинов просто нет. 69 и неистовый гоблин, что будет. 169, которые чем-то клепают, как это сильные. Тут еще сильных не было. Или очень сильные, или сильные. А вот эти гарки. Скверные крылья. Тридцать восемь, да, значит, очень помню. 240 хп, это ланг. Переносит жертву союзника, нанеся 50 астрального урона и 50% здоровья передает другой союзнице. Воскрешая погибших и излечивая раненых воинов. Или увеличивает численность, действует на любые существа, кроме механизма. Неистов всегда отвечает на атаки врага. Ну как у нас в грифу. Защита от магии 50. Огненная минус 10, ядовитая минус 10. Физическая минус 20. Ледяная плюс 15, магическая 50. Ну такой. Подавляющую волю. Напуганные или спящие воины не отвечают на атаки. Ну тут свои прессы. Сила проблем. Вот этот. Капкан. Отставить одну ловушку на поле боя. Только 4 таких, ну, чуть больше, а, или меньше, да, ну, 18 или там 14 набрать. А, можно, да, огненный шар вообще таких. Типа, ну, дым их бросать. Ну, свитки там слабо, это у нас. Ну, книга магии. Ускорение, например. Скорость плюс 2 дает. Скорость это за 5 маны, можно улучшить. То же самое, плюс 2 скорость, массовая. Массовая будет. Но маны 10 и требуется 15. Ну, кристаллов. А магических кристаллов. Ну, я дур империю.